Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области окончено расследование уголовного дела в отношении жителя города Выкса, обвиняемого в мошенничестве под видом сбора пожертвований на реставрационные работы для православного храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Федоровское Конаковского района Тверской области. Факт противоправной деятельности мужчины выявили и пресекли сотрудники 5-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области. В ходе предварительного расследования установлено, в марте 2023 года фигурант создал каналы в мессенджере и на видеохостинге, где размещал информацию с просьбой об оказании благотворительной помощи на реставрацию храма. Мужчина тратил присланные неравнодушными гражданами денежные средства на собственные нужды. Общая сумма ущерба, причиненного шестерым пострадавшим, составила более 250 тысяч рублей. Во время проведения следствия злоумышленник полностью возместил пострадавшим материальный ущерб. Материалы уголовного дела в отношении мужчины направлены в Иксунский городской суд для рассмотрения по существу.